Технологию мультиподписи внедряют в работу разработчики платформы Monero. Новая опция позволит сделать хранение средств безопаснее. Теперь клиенту для доступа к собственным средствам необходимо иметь несколько секретных ключей, а не один, как это было ранее. Мультиподпись уже применяется на платформах Bitcoin и Ethereum, в кошельке BitGo и на бирже MTGOX. Внедрение Monero инновационной разработки позволит увеличить ее конкурентоспособность по сравнению с цифровыми валютами, уже использующими эту функцию.